Саратовский воришка буквально до слез рассмешил местных полицейских. Даже богатый опыт грабителя не помог ему избежать наказания. Решив в очередной раз ограбить магазин стройматериалов в российском Саратове, злоумышленник попался на простую классическую уловку. До последней попытки ограбить магазин мужчина уже дважды покушался на строительную лавку. Но на этот раз хозяин павильона основательно подготовился к приходу незваного гостя. Владелец магазина установил внутри камеры наблюдения, а все инструменты привязал веревками к полу. Такого подвоха, как видно, воришка не ожидал и начал в панике метаться по магазину. Но кое-что ему все же удалось вынести, вот только на выходе его уже ждали. Задержанный сразу во всем признался.